А вы знали, что новичок NBA Майкл Картер Уильямс в своем дебютном матче практически собрал квадрупл-дабл? За 36 минут он забил 22 очка, дал 12 передач, собрал 7 подборов и совершил 9 перехватов. Невероятная статистика, не правда ли? Однако этот взлет был столь же быстрым, как и его падение. В итоге по карьере Майкл ничем не запомнился. Было интересно? Жми лайк!